Доброго времени суток. Это Baldur's Gate 3 на доблести вслепую. И мы находимся в лунных башнях. Мы наконец-то туда добрались. Здесь темное проклятие нас не коцает, что не может не радовать. И вот, собственно, пора входить через большие двери. Фанатик, фанатик. Так, что у нас по заданиям? Значит, что-то пока не очень. Так, место, так, Shadowheart. Ага, это я знаю, да, это надо разобраться. И вот, пробиться в лунные башни. Мы прошли в лунные башни. Охранники решили, что мы верные. Нам надо поговорить с Зарел. Ага. Фанатик, фанатик. Так, пойдет первым, наверное, Уилл. Или я пойду. Ладно, давайте я пойду. Shadowheart, у нее должен быть наготове. Да, вот баф. Это второй круг, если я не ошибаюсь. Да, второй круг. Хорошо. Ну, поехали. Сейчас буду как Артас пафосно открывать ворота. Так, где это мы? Ревнитель. Ревнитель, ясно, тут лучше не... Don't waste a step. We did as we was told, General. Followed every order. The facts suggest otherwise. Ага, это Зарел. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Us? No, it was Minfara. She got the orders. She... Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. You failed to retrieve the artifact. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Нет, молчать. Я здесь Mercy, General! Please! General Thorne? Let our newest arrival speak. You have seen what these creatures are capable of, and you have seen their inadequacies, isn't that so? What is your judgment? Моё суждение. You know I'm loyal! Tell him! Страх управляет ими. True soul, tell the general how the goblins served our cause. Зверство во имя Абсолют. А почему бы и нет? Thank you. I'm glad someone noticed. I'm sure they were very enthusiastic. But zeal without efficacy is for children, not servants. We are too close to the ending. And the new beginning. I can coddle failure no longer. Kill them quickly. What? No! You creaking old bag of shit! Ага. А вот это уже плохо. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Ну, тут как бы понятно уже, что не поможет это. Ясно. Так. Это его левая сторона. Нет, это правая сторона тела. Значит, либо уязвимое сердце. А, либо у него есть филактерий. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Ну ладно, я убить гоблинов. Если мне надо убить гоблинов и доказать лояльность, я не против. Как бы... You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish.
Here in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Please! You gotta help me! For old time's sake! Чел. Так. Давайте сразимся, почему бы и нет. А, стоп, поторговать с ним можно. Разбивающий звук. Ужас. Ну... Давайте, почему бы и нет. Конечно, я понимаю, что... Но это гоблины, как бы, что с них взять? Сейчас, момент. Только у меня лыл побитый немножко. Как тут вообще обстановочка? Раз, два. Два, три, четыре. Ну ладно. Они в случае чего прикроют. Тогда Эстайон, будь любезен. Давай так. Эстайон не одобряет. Да. Конечно. Так, ага, остальные отвлечены, хорошо. Да, я намерен, как бы, если мне надо убить, если мне надо, типа, внедриться в культ Абсолют, чтобы избавиться от подозрений, и я должен это сделать ценой смерти парочки гоблинов, ну, как бы, конечно. Я, ребята, знаю, что вы, ребята, такие, с вами лучше промах. Ничего себе. Так, бонусное действие рывок. А нет, тогда он укусить не сможет. Ладно, тогда отойди. Так, ты. О! Ага, так, промах, хорошо. Значит, Shadowheart. Сорок пять. Маловато. 5-60. О, давай. Хорошо. Что-то просадки качества наблюдаются, это нехорошо. О, надо, наверное, подождать немножко. Нет. Уилл. Я вот эту штуку не использовал почти. Ну, давай Элдридж на бласт. А? Будь перекрыт. Ладно, тогда вот так. А? Опять перекрыт. Тогда вот так. Семь. Ладно, Shadowheart, бонусное действие закончилось. Так, ты. О, качество рассосалось, хорошо. Так, что я могу здесь сделать так, чтобы... 85. Мистическое зачарование и эликсир героизма. 4 урона, отходим. Эстайон, давай. Вот так и кусь. Мне нужно, чтобы ты был на работе счастливый. Вот так. Так, Уилл. This is my time. А, хотя нет, тут Shadowheart уже добьет. Вот и все. И лояльность свою доказали, и гоблинов поубивали. Короче, I see this as an absolute win. Так, а ну-ка, заметка. Ты справишься. Так, фей, ментай, слушай Абсолют. Не слушай жуликов типа Дрэнча. Ага, Дрэнна, ясно. Так, это надо Уиллу на продажу. Это не важно. Этого тоже залутаем. Это Уиллу на продажу. Так, Фелтрик. Очень тяжелый двуручный топор. Ха, очень тяжелый.
Он правда очень тяжелый. Это описание. Ладно. Так, бутылка с жиром тоже. Бутылку с жиром надо Карлах отдать. Кстати, да, надо Карлах вернуть в группу. Так, разговор с мертвыми. А он со мной не захочет говорить, потому что я под смену обличья должен попасть. Ладно, так. Что тут у нас? Надо поговорить тогда с... Да, мы свои. Мы вот Гоблина убили. А Стайон не одобряет. Интересно, почему? Так. Куда нам надо-то? Проникнуть в секту Абсолют. Адепт Зарыл хочет дать нам поручение. Мы должны встретиться с ней. Так. Кетаик неуязвим. Хорошо. То есть ничего хорошего, конечно же. Неуязвим. Почему он неуязвим? Нет, трон этот я трогать не буду, мало ли. А то, как бы, за узлы иногда приходится очень жестко расплачиваться, так что... Да, это ярус, верхний ярус башен, да? Ага. Панорамка, однако. Так, продолжаем движение. Лунная башня, первый этаж. Только первый это. Ага, так. Мне нужна эта арчиха, абсолютистка. Странно, что там нужно было в бой влезть прямо посреди всего этого месива. Я, если честно, не знаю, у этого кетаика 11 уровень и какая-то форма неуязвимости. Некромант. Радижа, владычица душ. Мистический доспех. Так, Глурик. Ага, тут какие-то темные ребята. Если по карте посмотреть. Выяснить, где держат тифлингов. Адепт Зарел. Адепт Зарел там? В смысле, тут? А, вот, да. Адепт Зарел. General Thorne's prayers and preparations must not be disturbed. The rooftop is off limits to everyone. Не вопрос. Even you, disciples, Rel? Everyone. Keep watch and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul. The goblins. Tell me how they suffered. No. Better yet. Show me. Her mind enters yours abruptly, flickering across your memories in a blaze of excitement. Oh, черт. Tongues of psychic flame lap at the memory of the goblins dying by your hand. I see you like to handle underlings physically. So do I. Разбивающий звук, ужас. Нет. Надо это. Your confidence is delicious. I can see why the absolute might be hungry to dig deeper into that mind. Не надо копошиться в моей голове. Там есть масса вещей, которые вам не понравятся. Что-то она кайфует от этого процесса, мне кажется. Мне это не нравится. But there is purpose to her exploration. Ну, конечно. She is searching for proof of your faith. Так, убеждение. Мысли о любовных фантазиях. Мудрость. Ошеломить волной ненависти, пока готовишься напасть. Высказав перед ней жажду власти. Обман. телепатический обман. Так, а откуда у меня умение? А, у меня есть умение убеждения, хотя я уже не помню откуда. Нет, но любовные фантазии... Мой персонаж не тот, кто может это самое, в любовные фантазии мочь. Так, давайте, надо бонусами обмазаться. 14 сложность. Суммарный бонус минус 1. 10, 9, плохо.
Так, еще раз. 11. Плохо. Еще раз. 17. Фух, хватило. There is a tremor of shared ecstasy as she finds a mirror to her own desire. Дисциплинированный разум и капля за и капля магии. You crave what all true souls should, to be touched by the absolute. I have already been blessed to stand in her presence. It was bliss. She gave me everything I wanted. To take without asking. To feel without doubting, and to kill without consequence. In a word, freedom. By serving General Thorne, I have a mission for you. That's it. Play along. The closer you can get to the general, the closer you'll be to the answers you seek. Ответы мне нужны. Indeed. The Absolute's love for him has made him more than mortal. He is unstoppable. Как-то легко его доспех пробивается. There is a relic that General Thorne requires. He sent his most trusted advisor, disciple Balthazar, to retrieve it. The relic is beneath the Thorne family mausoleum. That is where you will find Balthazar. But we have lost contact with him. Go there. Aid Balthazar if you can, and bring the relic home. Ну что сказать, Балтазар, скорее всего, не вернется. Что за реликвия? It is something that General Thorne desires, and that he has ordered us to retrieve. Может, опиши хотя бы, как она выглядит, а? Как минимум. She's suddenly nervous, on edge. Talking about the relic makes her anxious. У меня есть по-прежнему преимущество. А, да, с орлиного великолепия, да. 16, 17, не хватит. Не хватит. Нет, я не буду тратить вдохновение, у меня его мало осталось. Не получилось. You have your mission. Окей, это не настолько фатальная вещь, чтобы жертвовать. And I accompanied him. It was destroyed shortly after he left Moonrise. Понял. Hardly a surprise. We're protected here, but outside the shadows are hungry. Хорошо, ясно. Death would not silence Balthazar. Ну, да, ага. Нежить, but dead or alive, he is lost. Whatever has become of him, it is the relic that matters. Ну ясно, Балтазар нашу встречу не переживет. The shadows around the mausoleum are deep, and take one from Balthazar's chambers. But don't pry. The last person who snooped into his secrets lost their head. О, и они не догадались, что у меня есть фонарь. Я рад, я рад. Так, это дорога, это наверное, дорога на крышу. По карте, если смотреть, оно показано внизу, да? Или это снаружи где-то? Да, по всей видимости, это где-то снаружи. Так, хорошо, значит, мы сейчас, мы верные абсолют, совершенно без всяких сомнений, да? Так, эти охраняют здесь дорогу, мне здесь ловить пока нечего, как бы. Так или иначе, у Кетаринка 11 уровень, а это значит, что, ну, ругаться с ним я не хочу. В мои планы это не входит, поэтому надо осмотреть библиотеку. Но кто я такой, если я не осмотрю библиотеку? Значит, предварительные планы. О, ну, так или иначе, в склеп Тормов нам все равно придется лезть. Ага, картину, что ли, стоить? What's inside? Двери закрываем, так спокойнее. Так. Корзинка. Что это?
Лидеры Зентаим. Полезно. Так, Зентаим, распознать уклады философии служителей Бэйна. Военизированная организация строгой иерархии, подчиненная единоличному лидеру. Кто это такой, неизвестно. А последующие десятилетия, так, темная твердыня, некий рыцарь. Короче, есть у них какой-то тайный лидер, ясно, понятно. О, свиток, убийственный фантазм. Так, путеводитель по побережью мечей, всхожая дорога. На всхожей дороге я уже был, так что это не важно. О, одежда Абсолют. Так, отдать Уиллу. Одежда Абсолют, это прикольно. Можно будет косить под культиста. Так, а ты торговец? Глорик, 4-й уровень. Ну, ценой жизни нескольких гоблинов. Или ты торговец, а ты кто? А, это собственно, Зарел, окей. Так. Абсолют! Стоп, а где торговец? Где торговец? Так, обезглавливание койкого корня. Это что еще значит? Регион Гримфордж, стратегически важное место, здесь путь в лунные башни. Так, Звергарский клан Горького Корня. Отряду из лучших ассасинов Деппельгангера воин. Правителя после убийства клан должен так и что другое выбросить в бездонные глубины. Не имея возможности коровать нового короля, клан распадется на мелкие кланы. Ничего себе! То есть, типа, вы сломали корону и все. Адепт Зарыл по поручению Кетейка. Меня вот смущает вот это вот про ассасинов Деппельгангеров. Как бы, ну, здравый смысл говорит, что, ну, от Деппельгангеров добра не жди. Подменыши они подменыши. Это делает их очень опасными. Кому можно верить, если есть раса подменышей? Так, окей, значит, мы отбрехались успешно, мы успешно сошли за своих. Пусть и ценой нехилого количества вдохновения. Значит, сейчас нам надо досмотреть покой Балтазара, да? Это у нас что? Украшенная дверь. Так. Лунные башни. Так, где? Так, вот. Найти реликвию Кетейка Торма. Адепт Зарел. Ее клетка в усыпальнице Торма. То есть это кто-то? Не совсем понятно. Так, Кетейк, ага, и могущественный, так, Изабель, это понятно, да? Найти лекарство, так. Проникнуть, отыскать источник, хорошо. Значит, надо пока пошуровать по лунным башням. Да не закрывай ты дверь, вниз надо спуститься, вот. Пошуровать немножко по лунным башням. И, кстати, подлечить немножко Уилла. Или заменить просто Уилла на Карлах. Да, вообще, в свете происходящего, мне кажется, это будет оптимальным решением. А, ну, но Уилл уже отдых провел. У него полное заклинание. Рик. Решение вопроса с рощами. Чего? Янусу, генерал друиды, изумрудная роща. Победить без привлечения значительных ресурсов будет нелегко. Так, друиды по своей природе ценят равновесие, чем благо человечества в целом. Так, друиды теней. Полное отделение кругов от цивилизации. Так, нынешний лидер кругов. Ага! То есть получается, что можно сказать, что происходящее в роще это вмешательство этих ребят. Причем, по всей видимости, настолько как бы мы дешево отделались, потому что они не привлекали к этой самой роще слишком значительные свои силы. Так, мне нужно найти покои Балтазара. Где они находятся? Товарищ стражник, подскажите. Don't try giving orders, true soul. Everyone here answers directly to Zarel. Хорошо.
Но ты мне скажи, где покои этого товарища? Мне надо найти там фонарь. Я хочу себе второй фонарь, чтобы отпустить этот фонарь гулять. Так, ладно, значит, смотрим по карте. По карте ничего не понятно. Попробуем тогда... Мне не нравится, что у меня персонажи побитые. И качество картинки опять падает. Так. Что у нас здесь? Паломники. Паломники. А тут лестница и кровь. Тюрьма лунных башен. Ага. Тюрьма лунных башен. А, так, по карте тут что? А, так. Китьянки. А, здесь выход, что ли? Фанатик, фанатик. Так, ясно. Здесь тюрьма. Хорошо. А здесь что? Столовая, что ли? Где выход на крышу? Я хочу тайник тут найти. Миг. Так, тут много этих здоровенных огров. Так, а тут какой-то... тут тоже где-то что-то можно пролезть, видимо. Ладно, этим мы займемся попозже. Балтазар этот, мне кажется, справится и без нас. Треснувшая стена. По всей видимости, это здесь. Или тут надо, да, понятно. Ага, так. Ну сейчас тогда осмотрим. Место, отмеченное на карте, ага. Ну это я и так понял. А вот на какой карте? А, на карте тайника. Так, кто будет ломать стену? Давай Shadowheart, потому что у нее есть дубинка. Крысиная бита. 3-10 урона двуручная. Жалко, конечно, Файлара Луна кидать, так что давай вот этот. Вот так. Так, а это что? Жилет встряски. А, это электрическая броня, да. И броня юстициаров. Let's make this quick. Да, так, прочность, так, устойчивость к общему, уязвимость к силе. А нет, там был психический урон. Прочность. Нужно наносить не меньше 10 уронов. Давай тогда, Уилл, у тебя больше шансов попадания с твоим копьем. Тут Карвах нам, я так думаю. Мы так долго будем тюкать. А Eldritch Blast там. Вот так-то. Ага, плюс один класс у брони в тех тени. Так, сундук. Паралич чудовища. Ух ты, 10 ходов. И главный вопрос. Я могу его выучить, но, к сожалению, это аж 5-й круг.
Ну, кстати, почему я кислотную стрелу не выучил до сих пор? Пятый круг. Свиток заклинания пятого круга, ну, это стоило мороки. Так, и я думаю, что... А ну-ка, сейчас. Прошло сколько? 30 минут записи, да? Да, 30 минут, а, нормально. Значит, мы тогда еще можем тут побродить по внешнему периметру башни. Нам надо найти нору этого самого Балтазара. Разлом. Ага, здесь надо перепрыгивать. Это не есть гуд. А это что еще такое? Стальной коготь. Это кто? Это что? Ты что такое? Так, нет, наверное, я остановлюсь, потому что я не знаю, что-то сегодня качество очень не тянет. Не знаю почему, но качество видеопотока оставляет желать лучшего, поэтому, наверное, мы сейчас на этом и закончим. Благодарю за внимание. Надеюсь, к следующему видео удастся разобраться, что это за штука такая. Мы успешно внедрились в культ Абсолют, и теперь попробуем тут немножко осмотреться. Это, по крайней мере, цели на ближайшее время. Благодарю за внимание и до следующего видео.